Что касается господина Сноудена, я уже много раз говорил, мы не имеем к этой проблеме, ну, как бы прямого отношения. Вот он оказался на нашей территории. И я считаю, что из-за непрофессиональных действий самих американцев, которые его пытались поймать. Я же тоже в спецслужбе когда-то работал. Зачем они напугали весь мир? Если они уже с самолета сажали принудительно с президентами на борту, то с господином Сноуденом на борту они могли посадить в любом месте. Они напугали все страны. Он прибыл в нашу транзитную зону. Дальше выяснилось, что его никто не принимает. Понимаете, в чем проблема? Если бы они бы не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в Зиндане там, парился в тюрьме. Значит, они всех напугали. Значит, он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Да. Ну, а что касается... На самом деле, вот и у вас реакция такая, ну, спасибо вам за эту реакцию, но на самом деле это правда, это не ирония никакая. Господин Сноуден считает себя борцом за права человека. Он так выстроил свою жизнь. Я даже не знаю, вот он же молодой парень, да, как он дальше будет жить? Вот я говорю без всяких шуток, без иронии, без всякой. Как он будет жить дальше? Ну вот он у нас сидит пока, дальше что? Но он выбрал сам свою судьбу, понимаете? Мы предоставили ему только убежище, и все. Он никакой не агент наш, он нам секретов никаких не выдал. Разбойник, мог бы что-нибудь рассказать на самом деле. Мы все-таки ему убежище предоставили. Но он ничего не говорит. Он выдает только по каким-то только ему известным каналам, там, когда посчитает нужным что-то опубликовать. Вот и все.